Зачем в Советском взрывают ягоды на производстве? Кто придумал высадить княженику на плантации? Помидоры в желе? Что это и с чем это едят? Смотрите внимательно и в конце программы «Сделано в Югре» не пропустите наш традиционный розыгрыш. Клюква, брусника, такая знакомая всем северянам с детства кислинка. В морсах, компотах, перетертая с сахаром и в вареньях. Содержит огромное количество витамина С, К1, ПП и всю гамму витаминов В. В южных регионах страны это практически деликатес. Но здесь, в городе Советском, в компании «Алекс» налаживают не только сбор дикоросов, но и производство из них многих продуктов. А вот каких? Давайте познакомимся с вами вместе. Бескрайние просторы тайги, такие живописные, поэтичные, богатые нефтью, газом, пушниной и витаминами. На территории Югры сегодня в сфере заготовки дикоросов заняты больше полусотни предприятий. Около 10 из них занимаются переработкой. Ежегодно в Югре заготавливается до 1000 тонн продукции. С чего начать? Где взять сырье? А будет ли спрос? Эти вопросы еще не так давно задавал себе Александр Кузьмич Швецов. Стимулом для начало занятия дикоросами послужило изменение в программе по развитию агропромышленности в округе, потому что до этих изменений были попытки, но поддержки не было, и эта отрасль не развивалась. Мы получили грант, выиграли грант районный, и из существующих площадей начали реконструкцию под цех переработки дикоросов. Руководитель компании «Алекс» Александр Швецов – очень увлеченный и энергичный человек. 15 лет назад создал свою компанию, начал заниматься строительством. 3 годами позже он восстановил старое тепличное хозяйство. И мини-агрокомплекс постепенно заработал в полную мощь. Огурцами и помидорами дело не ограничилось, взялись за цветы. И вот уже несколько лет улицы Советского, а также Урая и Нягани летом расцветают благодаря посадочному материалу, выращенному теплицами «Алекс». Что касается дикоросов, то ими Александр Швецов увлекся не так давно. На сегодня основным сырьем является брусника, клюква, черника, голубика. Это те ягоды, которые у нас произрастают как в нашем районе, так и в соседних районах. И поэтому мы нацелены на основной объем, это вот по этим ягодам. Соответственно, параллельно мы заготавливаем, перерабатываем и другие ягоды, такие как морошка, малина, ну и так далее. Также используем и ресурсы соседних регионов. Это земляника, клубника лесная, вот Свердловская область. Развитие предприятия началось с грантовой поддержки администрации Советского района. Благодаря конкретной финансовой помощи предприниматель смог произвести реконструкцию теплицы и закупить часть оборудования. В процессе развития компания получила новые кредиты при поручительстве Фонда поддержки предпринимательства Югры. Работали также с окружным фондом развития экспорта, региональным технопарком. То есть использовали почти все имеющиеся окружные субсидии и инструменты для поддержки производства. Это грантовая поддержка была окружная, на которой мы получили как вот этот вездеход, так и еще рефрижератор. Чем она удобна, что она маленькая, мало потребляет и может ездить как по болотам, потому что низкое давление на почве, так и плавать. Быстро гоняет? Вы не пробовали? Ездит он 30 км в час максимально. И да, по воде так же? Нет, по воде 4 км в час. 4. Для коренных народов заготовки дикоросов это важный источник дохода, а для остального населения вкусное и полезное дополнение к столу. Ну что ж, отлично, сырье есть, есть оборудование, необходимое для работы кадры. Что производим, а главное как? И здесь гордость за югорского производителя взяла всю съемочную группу. Уникальная технология, единственная подобная площадка производства соков и морсов в России – «Кавитатор». Александр Кузьмич, скажите, что там сейчас происходит внутри, он так гудит? Ну, в процессе, сейчас
сначала идет перемешивание, мешалка работает, перемешивание продукта, то есть ягоды, сахар, вода перемешается, растворится, а потом начнется диспергация. То есть ягода начнет перемалываться, и когда продукт диспергируется, мы начнем производить кавитацию. То есть увеличим обороты, и будет продукт гомогенизироваться в процессе кавитации. Итак, подробнее об этом невероятном процессе. В результате вращения температура в кавитаторе повышается до 70 градусов. То есть ягодный сок даже не кипит, не теряет витамины. Затем меняется давление, и в итоге множество воздушных пузырьков на молекулярном уровне взрываются и разрывают ягоду, вплоть до косточек и шкурки. И на выходе получается 300 литров натурального стерилизованного продукта, а весь процесс занимает всего 40 минут. Вот для того, чтобы развивать это направление по кавитации, промышленный кавитатор был у нас первым закуплен, но на нем невозможно проводить исследования в связи с большим объемом. Поэтому изготовили по нашему заказу лабораторный кавитатор, на котором мы сейчас как делаем мелкие партии продукта по заказам, так и испытываем и исследуем новые продукты, например, из другой ягоды. Установка уникальна, ее разработали специалисты окружного технопарка. Да и вообще в цеху все по последнему слову техники. Здесь нам показали агрегат шоковой заморозки, позволяющий моментально замораживать дикоросы, не убивая в них полезные свойства. Это камера шоковой заморозки. Основное преимущество ее в том, что когда ягода замораживается в обычной морозильной камере, то замораживается она сначала внутри, а потом уже оболочка, потому что сначала замерзает вода. И при разморозке ягода лопается, как бутылка с водой, которая замерзла. А вот при шоковой заморозке замерзает сначала оболочка, а потом уже ягода. Замерзает и размораживается равномерно, поэтому ягода абсолютно не деформируется, и ее после размораживания очень приятно использовать. Тут же укупорщик для банок. Также разработанный и собранный по индивидуальному заказу. Заходит в нижней отметочке. Все. 10 секунд. Все, она уходит. А если передержать? Взорвется? Нет. Безопасно? Безопасно. На выходе стоят огромные холодильные камеры, вмещающие более 10 тонн продукции. Нужны они не только для хранения готовой продукции, а отдельный стеллаж выделен под испытательную этажерку. На нее выставляется новый вид продукта и измеряется срок годности закаток. Также вот мы новую продукцию пробуем. Это овощные консервы, салаты, помидоры в желе. Это тоже ваше ноу-хау? Это тоже наше ноу-хау. Ну вот состав помидоры... Перец, лук, желатин, уксус, соль, сахар. Никаких консервантов, никаких добавок. Абсолютно натурально, но это что-то интересное. Не отходя далеко от хранилища вкусняшек, мы готовы объявить новый конкурс для телезрителей программы «Сделано в Югре». Сегодня от компании «Алекс» мы разыграем вкусности, которые здесь производятся, сок, варенье. И победит тот, кто предложит самый интересный вид продукта, который еще здесь не производится, а вы производите уже, перечислите нам, будем загибать по пальцам. Как у нас на буклете написано, соленье, варенье, чаи, заморозка, ну и все. Ну, будем еще отдельно считать соки и морсы. Сок я пила лично, пробовала. Вкуснее сока из брусники, клюквы я вообще никогда в жизни не пробовала. Даже тот, что мама варила, он уступал. Поэтому предлагайте новый вид продукта, которого здесь еще нет, и вы сможете его тоже попробовать. Пишите свои предложения и пожелания нам в комментарии в социальной сети ВКонтакте и получите прекрасный приз от компании «Алекс». Победителя выберет Александр Кузьмич лично. Напомним, что в прошлой программе мы разыграли призы от Центра ремесел. Победителем стала Виктория Белоус. Она ответила правильно на оба вопроса и, как оказалось, не понаслышке знакома с работой Центра. Я музыкальный руководитель детского сада номер 18 «Улыбка» города Ханты-Мансийска. Мы находимся в краеведческом музее нашего детского сада, и
с центром ремесел нас связывают наиболее ценные экспонаты, которые находятся в нашем музее. Вот все, что находится за моей спиной, изготовлено мастерами, сотрудничающими с этим центром. Вот такие центры должны находиться в каждом крупном муниципальном образовании. Почему? Потому что потребность в таких экспонатах существует всегда. Важная часть нашего воспитания, да, она именно связана с регионом, с нашим, с культурой наших предков. Поэтому нужно же откуда-то брать базу, а кто ее будет создавать? То есть вот для этого и нужны такие центры, чтобы они мастерам помогали изготовить. Пока еще живы мастера, пока они могут передать свое умение подрастающему поколению. Поэтому такие центры нужны и важны. Компания «Алекс» все время стремится к новинкам, участвует в различных выставках, общаются с окружными, российскими и зарубежными коллегами, изучают новые направления производства. На очередной выставке получили информацию о переработке иван-чая, попробовали и появился спрос. Теперь в планах запустить целую линейку копорского чая. Будут добавлять сушеную ягоду, боярышник, шиповник, радиолу розовую, зверобой и мелиссу, а основой все так же останется полезный и ароматный иван-чай. Сегодня приобрести продукцию компании «Алекс» можно в фирменных магазинах в городе Советском, а также в других магазинах традиционных югорских продуктов, например, в магазине «Фермерский» в Ханты-Мансийске. В продаже имеются соки черничный, клюквенный, брусничный, смородина. Соки пользуются спросом. Покупатели оценили качество этой продукции, как бы возвращаются, покупают снова. Его всегда можно приобрести у вас? Да, у нас всегда бывают в продаже соки. Варенье также этой фирмы есть. Самое главное, что они не содержат консервантов никаких. Люди оценивают это качество и производится как в нашем округе. Поэтому думаю, что наши покупатели оценили по достоинству продукцию этой фирмы. Еще более глобальный проект, который уже запущен, — плантации для выращивания дикорастущих ягод. Опыт по созданию такого проекта был получен во время поездки в Кострому и Архангельск. Там представители компании познакомились со многими технологиями, в том числе по выращиванию оккультивированной клюквы. А приглашенные эксперты-агрономы из Тюмени дали положительное заключение на внедрение проекта. Мы же здесь планируем, используя уже отработанные в карьере площади, предназначенные под рекультивацию, тоже используют под плантации для выращивания ягод, но не традиционных клюквы и брусники, а редких, исчезающих, таких как морошка, княженика. Проект этот долгосрочный. Клюква плодоносит на 4-5 год жизни, а другие культуры не ранее, чем через 3 года. Надеемся, что этот эксклюзивный агроэксперимент на югорской земле окажется успешным, и тогда продукция местных энтузиастов пополнится новыми видами. Сегодня, побывав в цеху переработки дикоросов, я просто поражена, потому что в этом небольшом городе, в Советском, который мало кому известен в России, производятся настоящие экологически чистые, натуральные, очень полезные продукты. И самое главное, что производятся они на таком невероятном оборудовании, которое не используется больше нигде в нашей стране. Конечно же, этот продукт не может не носить звание национального продукта. Сделано в России, сделано в Югре.